Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяук. Сегодня я покажу, как залутать космодром в Расте на сервере Lightbeer PvE. Рекомендую зайти. Сейчас я все покажу. Сколько нужно ракет, чтобы взорвать танк, сколько нужно патронов, чтобы убить ботов. Начнем с танка. Кстати, карточек я не взял, может быть потом еще покажу, как залутать, соответственно, это здание. Если бы вы играли на PvP сервере, вам нужно снести вон ту штучку. И вон там еще одна штучка, это ПВО или как-то так. И потом на коптере вы можете спокойно здесь залететь и подняться даже без карточек. Но взрывать вам нужно зажигательными патронами, я просто пытался, вот. Зажигательный патрон и дробовик. Вот, дробовик можно абсолютно любой, патроны зажигательные тоже, вроде бы любые. Ну а эффективнее всего с дробовика это все делать и, соответственно, дробью. Сейчас подбегу к танку. Да, и броня у меня тоже не очень, но что поделать. К первую ракету попал. Попал. Так, все, танк принадлежит мне. Есть некие проблемы. Тут, так, танк уже дымится. Ну, бывает и такое. Сейчас я быстренько обратно прибегу. Придется бежать пешочком. Но танк уже мне принадлежит, так что его никто не сможет взорвать. Хочу отметить, на сервере есть ивенты. Вот, допустим, ивент с кораблем. За ивенты вам дают баллы. Честно, не знаю, для чего они. Так, не могу показать, сейчас нету. Но иногда спавнятся боты, у которых 10 тысяч хп. Вы их убиваете. И после того, как вы их убили, с них может выпасть скраб, тестовые генераторы, ягоды, которые восстанавливают по 10 хп. Я подбежал уже, я потом на этапе монтажа, естественно, добавлю точное количество ракет, которые я потратил на... Да, вот этот получается танк. Так. И еще, может, сейчас покажу, что дают вообще вот эти вот ягоды. Тыквы, конечно, хорошие, но они не восстанавливают хп. Поэтому... О, танк уже едет, капец. Мне сейчас будет очень больно. Едет танк. Ой, блин. Нормально. Итак, вот показываю, что делают ягоды. Вот я их сейчас кушаю. И очень можно легко восстановить хп. Это можно применять вместе со шприцом. И тогда будет двойной эффект. Двойной. Так, три ракеты. Сейчас танк, в принципе, залагал, если так можно сказать. Вот. Так. Да, я попал. Четыре ракеты. Больные боты. Как вы видите, 5 выстрелов нужно, чтобы взорвать танк. И что же будет после того, как вы взорвали танк? Как вы видите и слышите, летит хеликоптер. Пока что танк можно забыть и посражаться с ботами, так как ящики с танка это уже все ваше. Все, самолет улетел, а я сейчас забираюсь на крышу. Их где-то штук 6-7, и у них много очень жизней. Еще есть ивенты с оружием, они где-то по 3 часа длятся. Или нет, или по часу. Но перезарядка у них 3 часа, то есть со всех ботов падает оружие. Так, минус один. Минус два. Минус три. Минус 4. Минус 5. Блин, он спрятался. Пойду-ка к нему схожу. Ой, блин, что-то хп мало. Капец, у меня кровотечение. Вот они надамажили меня. Я рискую сейчас, конечно, но... Так, еще один. Я уже что-то не помню, сколько их там. Ну, вроде все. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть ботов, да, я и так и говорил. Вот лут с них.
Вот, нормальный лут. Что дропается с ящика? Вот, первый ящик. А пулик окупился. Так, патроны. В принципе, ну, нормально. Второй ящик. Третий ящик. Ракеты. Потом еще приклады. Покажу, сколько лута можно с танка забрать. Ну, то есть лута вот такого. Уголь, МВК, фрагменты металла. 4250 угля, 350 МВК и 4715 металлолома. Если у меня его не было до этого, то вот. Поэтому я думаю, люди, которые не играли до этого в Rust или плохо знают игру, теперь знают, что падает с танка, сколько нужно ракет на танк скоростных и сколько примерно нужно потратить патронов. 500 патронов. И сейчас, как вы видите, я спокойно летаю к космодрому. Ну, почти. Да. Итак, что насчет сервера? Я рекомендую вам зайти на Lightbeer PvE. IP сервера я оставлю в описании. На этом сервере администрация отзывчивая, то есть если кто-то будет читерить, то его забанят. Админы постоянно следят за сервером. Здесь вы можете спокойно поиграть, расслабиться, поубивать ботов, которые в Расте сейчас довольно-таки развитые уже в плане искусственного интеллекта. Киты тут, много китов. Привилегии стоят недорого. Все на сайте, можно посмотреть. Вот, как видите, у меня тут элитка выпадает. Там есть бесплатные кейсы на сайте. Вы можете крутить их, и вам будут выпадать прикольные вещи, которые вы можете потом выдавать себе. Все, всем пока, удачи, до свидания.